Быть верным стране, соблюдать законы и охранять экономическую безопасность государства поклялись новобранцы Брестской таможни. Им предстоит выполнять свой долг на десятках таможенных постов и в пунктах оформления, с честью неся звание сотрудника таможни. Я, Гаврилкович Владислав Сергеевич, поступаю на службу в таможенные органы Республики Беларусь, присягаю на верность Республике Беларусь и ее народу, клянусь свято соблюдать Конституцию Республики Беларусь, законодательство Республики Беларусь. Принятие присяги в профессиональный праздник и на святой земле Брестской крепости накладывает повышенную ответственность на молодых сотрудников. Но им есть на кого равняться. В день таможенника также вручили награды тем, кто являет собой пример доблестной службы. Спасибо. Я сегодня испытываю чувство гордости, в первую очередь, за свой коллектив, который... Награда так и называется, за безупречную службу. И это уже вторая степень у меня награды, что мой коллектив не подвел меня, будем так сказать, как руководителя своего, не подвел саму таможню. И в целом полностью выполняет задачи по защите экономических интересов нашего государства. Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук отметил значимость работы таможенников для обеспечения экономического суверенитета страны и нашего приграничного края. Очень правильно сказал наш уважаемый ветеран, что без таможенного контроля, без таможенника не будет нашего республиканского бюджета. Сколько стоит западный обход? Он стоит в эквиваленте 85 миллионов долларов. Но никогда бы мы без республиканского бюджета его бы не построили. Поэтому, работая на своих постах, вы также строите и развиваете наш любимый город Брест, нашу Брестщину и Республику Беларусь. Впереди у новобранцев серьезная и интересная работа по обеспечению экономической безопасности страны. Руководство Брестской таможни уверено, сотрудники справятся с возложенными обязанностями на достойном уровне. Безусловно, принесение присяги является одним из важнейших ритуалов в жизни должностных лиц таможенных органов. Начиная с 2004 года, после присвоения персональных званий, каждое должностное лицо таможенных органов присягает на верность своей стране и белорусскому народу. Наш профессиональный праздник желаю всем сотрудникам таможенных органов, во-первых, крепкого здоровья, им, их родным, близким, удачи, благополучия. И, безусловно, профессиональный праздник желаю профессиональных побед и профессиональных успехов. Молодые сотрудники таможни гордятся своим новым статусом и ориентируются на опыт ветеранов службы. Преемственность традиции – залог успешной службы. Я понимаю, что принесение присяги – это клятва. Это клятва родине, клятва народу, которую ни в коем случае нельзя нарушать. Для меня это очень волнительно и очень важно. Разумеется, меня поддерживают и жена, и родители. Все мной гордятся, и я этому очень рад, что они рады за меня. Это очень волнительное событие для любого должностного лица таможенных органов, которое только встало на свой профессиональный путь. Особенно приятно, что это происходит в наш профессиональный праздник. Отдельно отмечается, что Брестская таможня формирует до 17% республиканского бюджета. Благодаря качественной работе своих сотрудников сохраняет экономическую независимость страны. Роман Аншиц, Юрий Плинда, телерадиокомпания «Брест».